Также Николай Ташланов рассказал о грядущем ремонте знаменитого гостинично-оздоровительного комплекса «Югорская долина». Он закроется 1 ноября. В новой концепции каждый корпус расскажет посетителям о камнях и минералах Югры. Конференц-залы познакомят гостей с югорскими реками. А барам и ресторанам дадут название местных ягод. Отмечу, что главным направлением комплекса останется лечение и оздоровление. Кроме того, в гостинице будет более 150 номеров от стандартных до президентских апартаментов. К слову, внешнее оформление и дизайн здания останется прежним. Ремонт планируют завершить до 1 июня следующего года.